Пшеницей в Краснодарском крае засеяно больше 1,5 миллионов гектаров полей, а ячменем свыше 130 тысяч гектаров. По словам Вениамина Кондратьева, регион не испытывает дефицита ни в семенах, ни в минеральных удобрениях. Конечно, говорить о прогнозах на 2019 год пока рано, однако отмечу, что перед сельхозтоваропроизводителями края, безусловно, стоит задача удержать валовой сбор зерновой группы культур на уровне 2018 года. Все необходимое для этого у нас есть. Кроме этого, в регионе до 28 тысяч гектаров увеличены посевные площади под рапс. Данная сельхозкультура востребована не только в России, но и на мировом рынке. По мнению Вениамина Кондратьева, наращивание объемов производства рапса позволит укрепить экспортный потенциал Кубани.